Приветствую вас всех, уважаемые подписчики и новые зрители. Вы на канале Дима Свою, и буквально вчера вышла новость на портале World of Tanks. День танкиста 2020, личный зачет, так ее обозначили. Ну вот, бойцы, день танкиста не за горами. Специальная онлайн-трансляция пройдет уже в это воскресенье, 13 сентября. А мы тем временем объявляем о начале регистрации на участие в личном зачете. Как попасть в личный зачет? Участвовать может каждый игрок, у которого на аккаунте есть хотя бы 1000 боев. Нужно лишь зарегистрироваться. Чтобы зарегистрироваться, кликните по кнопке и активируйте уже введенный код Wargaming. Таким образом, вы подтвердите свое согласие на правила проведения. Ну, если вы кликаете на эту кнопочку «Зарегистрироваться», значит, вы проходите регистрацию. Регистрация завершается 13 сентября. Сегодня на календаре 11 сентября, 10:26 утра. Регистрация завершается, подчеркиваю, 13 сентября в 23:59 по московскому. После регистрации игроки будут разделены на два дивизиона, в зависимости от количества боев на аккаунте. Первый дивизион от 10 тысяч боев на аккаунте, второй дивизион от 1000 до 9999 боев на аккаунте. В свою очередь, игроки первого дивизиона подразделяются на три группы, согласно позиции в рейтинге по достижениям. Группа А – позиция в рейтинге от 8000 и выше. Группа Б – позиция в рейтинге от 4500 до 7999. Группа С – позиция в рейтинге от 0 до 4499. Боевая задача всем участникам будет доступна, и та же специальная боевая, одна и та же специальная боевая задача. Условия и награды у всех одинаковые, но чтобы игроки понимали, в каждом дивизионе или в какой группе они сражаются, у задачи будет 4 соответствующих варианта названия. То есть, чтобы они понимали, у них будет 4 соответствующих варианта названия. Дивизион А. Сыграть 30 боев. Условия. Награда. 6 надписей 10 лет победа. 6 эмблем десятилетия. 3 декали 10 лет в строю. Медаль День танкиста. Вот как эта медалька выглядит. Очень такая своеобразная медалька. Всего лишь надо отыграть 30 боев. Ограничение. Случайный бой. Не в составе взвода, то есть надо в лицо играть. Техника, только техника 8 уровня. Начисляется это один раз на аккаунт. Итак, дивизион группы Б. Все то же самое, сыграть 30 боев. Дивизион группы С, все то же самое. Дивизион 2, все то же самое. Итоговый рейтинг формируется, исходя из суммарного чистого опыта за 10 лучших боев из 30 у каждого участника после выполнения боевой задачи. Именно эта цифра напрямую влияет на место игрока и его награду. В случае одинаковых показателей чистого опыта в расчет берется суммарный урон за эти же 10 боев. Не забывайте записывать реплеи боев. Мы можем их запросить после завершения соревнования. Это опять же тема из «Стального охотника». То есть, возможно, подставные бои, где, ну, хотя здесь не получится подставных боев, потому что ограничение не в составе взвода. Это одно из ограничений. И техника только 8 уровня. Случайные бои. То есть во взводе играть нельзя, подставы не получится, но, возможно, кто-то придумает какие-то другие-то фишки. Награды. Игроки, попавшие в итоговый рейтинг, формируют 4 списка призеров. Ну и вот, соответственно, при наличии призовой машины на аккаунте игрока ему полагается компенсация в золоте. Первое место 20 тысяч золота, либо награда защитник, объект 252У. Второе место 17,5 тысяч опыта, тоже защитник. Третье место 15 тысяч опыта, защитник. Четвертое место 12,5 тысяч голды. ПТХ 8 уровня Т-103. Пятое место 10 тысяч золотых. Или ПТХ Т-103 советская.
Ну, это все понятно. Стиль День танкиста 2020. То есть можно посмотреть, как будет выглядеть стиль День танкиста на десятилетие побед в 2020 году. Вот так вот он будет выглядеть, этот стиль. Медали личного засчета. День танкиста, триумфатор. День танкиста претендент. День танкиста участник. Тыры-пыры, ё-моё. Выдается участникам, занявшим с 1 по 10 место. День танкиста триумфатор. Медали выдаются. А это обычная. День танкиста выдается участникам, заполнившим специальную боевую задачу. То есть справа крайняя — это просто обычная медалька День танкиста о том, что вы участвовали. Когда зарегистрировались, вы поучаствовали в данном ивенте. Ну, вот. А уже более солидная, крайне левая медаль личного зачета, она выдается участникам, занявшим с 1 по 10 в личном засчете. И называется она День танкиста триумфатор. Либо вы можете приобрести День танкиста также в премиум-магазине за энное количество денег. Так что вот так вот. Вот такие вот награды. Дивизион А, дивизион Б. Первый, второй, как попасть лично. Вот такая вот новость у нас. Так что не забываем. День танкиста проходит с 11 по 15 сентября. И все эти дни будет пятикратный опыт за первую победу. Это единственный плюс, что можно будет получить. Ну, как бы не единственный, там очень много плюшек. Но основное, там скидки на слот в ангаре. Что-то добавили. Ну, как бы не очень жирно, но можно. Вот такая вот новость, о которой я вам хотел рассказать на своем канале. Подписывайтесь на канал, прожимайте лайки, пишите свои комментарии. Они очень помогают развиваться каналу. Поддерживайте канал, не забывайте. И на этом у меня все. Всем пока-пока и до скорых встреч.